Теперь об этих и других событиях подробнее. Первуайских новоселов стараются избавить от хлопот. Чтобы перебраться на новое место жительства, городские власти предоставили бесплатный транспорт. Жители переехали в современные дома из аварийных построек. Репортаж Ульяны Шильковой. Удобно, хорошо мыть. Удобно мыть, надо вывозить. Окна, двери и газовую плиту Валерий Вдовин и его дочь Светлана проверяют в первую очередь. Через неделю они переедут в эту трехкомнатную квартиру. Новоселы не могут нарадоваться, ведь о таком теплом, красивом, а самое главное, новом жилье они мечтали давно. Ну, что я могу сказать? Мне понравилось. Детям тоже понравилось. Нормально. Балкончик не мешал. Все. Свои новые владения осматривает еще одна семья. Елена, Александр и их внук Даниил жили в доме по улице Роза Люксембург. С отоплением каждый год мы мучились. У нас угловая комната постоянно. Как только первые заморозки, мы без тепла постоянно. Каждый год это одно и то же повторялось. Теперь семья уверена, здесь они точно не замерзнут. Дом и батареи новые. Как и в прошлой квартире, здесь у них две комнаты. Одну решили выделить внуку. 7-летний Даниил уже придумал, как обставить свое личное пространство. Стол поставлю вот сюда, а на стол ноутбук. Сюда я поставлю кровать. Вот так вот. Дом по улице Кирова, 3, корпус 1, был построен в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В новой трехэтажке 25 квартир. В них будут жить 97 человек. Переезжают они из трех домов, которые находятся здесь, на Хромпике. Этим баракам больше 60 лет. Они находятся в аварийном состоянии. Большинство людей уже покинули свои квартиры. Сносить эти постройки планируют в начале следующего года. В новом доме на Диносе все сделано на совесть. В квартирах выполнена чистовая отделка, линолеум, обои под покраску, натяжные потолки. Установлена вся необходимая сантехника – ванны, раковины, смесители, на кухне электрические плиты. Дом сделан в соответствии со всеми требованиями, с НИПами, нормами, которые существуют на сегодняшний день, позволяющие пройти государственную экспертизу и пройти все необходимые приемочные комиссии, которые делают оценку соответствия проектной документации. За ходом выполнения работ следили представители власти, общественники и сами жители. Мы уже с людьми, с этими гражданами встречались здесь на этапе ввода в эксплуатацию. Ну, принимали небольшие замечания и их в течение вот этой недели устраняли. Дом по улице Кирова последний в этом году, который вводит в эксплуатацию в рамках программы по переселению. Новоселам администрация города предоставила бесплатный транспорт, чтобы хлопоты по переезду были максимально приятными. Всего в 2017-м новое жилье получили 270 первоуральцев. Они переехали из 9 аварийных построек. Вопрос продления госпрограммы решается сейчас на федеральном уровне. Ульяна Шилькова, Александр Захаров, Денис Храмцов. Хроника дня.